Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте. Сегодня моему каналу год и 4 месяца. Ну что, все идет своим чередом. Все. Вот сейчас воду привезли. Вот сгинул у меня тут огурец. Надо что-то посадить другое. Сливы падают в смятку. Вон их сколько. Видите? Ветки уже даже засыхают. Вон, посмотрите, на сухой ветке. На сухой ветке висят. Конечно, такой был дождь с таким ураганом. Тут, а ветки уже надломленные. Черный кушают. Оглянулся, посмотрел. Ой, стол такой пыльный, надо хоть убраться тут. Работа идет. Вот делаю еще одно кашпо. Все как надо. Ой, а мы продолжаем есть. Честно говоря, давно я столько не ела. Целыми днями мы что-то едим, едим, едим. Господи, так же лопнуть можно. А завтра у нас приезжают новые гости. Даша с Ромой и 3 деток. Так что у нас будет еще веселей. Мне поэтому так смешно, когда люди пишут в комментариях, а нельзя у вас снять на 2 недели. Милые, я никому ничего не сдаю. У меня с апреля месяца. Одни уезжают, другие приезжают. И это только свои люди. Нам уже, знаете, сесть негде. Сумасшедшее время, да, на юге лето. Насколько скучно зимой, настолько тут летом просто не знаешь, что делать. Куда положить, где приготовить, что, как. Это вообще. Саша звонит. Мама, мы берем билеты к тебе. Замечательно. Ой. Да. Я раньше удивлялась. Как-то стояла в очереди в магазине на кассу, и стояли 2 женщины. И они с таким счастьем уехали. Слава Богу. Я еще думаю, а чего вы так? Да. Ну что, инжирчик, как ты уже? Сейчас попробую. Прелесть. Все, девчонки, инжир готов к употреблению. Все. Прелесть какая. Вот вы представляете, как тут растут деревья.
вот этот инжир. Мы когда 4 года назад приехали, я чего-то это самое побоялась на зиму его так оставлять и накрыла его целлофаном. Завязала весь, думаю. Ну, видела так на Фиоленте, там в Севастополе делают. То есть я просто накинула на него целлофан и весь его обвязала. Вот сейчас он ростом метра, наверное... Сколько, Марина, он ростом, инжир? 1.4 метра? Наверное, 4. И вокруг столько, что... То есть уже никаким целлофаном его не обвернуть. Это вот за 4 года он так вырос. На коне 2 дня обскакивать. Да. Девчонки, видите, сколько сливы-то? Ой, кошмар какой. Жуть. Куда ее девать? Что с ней делать? Персики бы так росли. Ой, забыла вам сказать. Медленно, но верно прибавляются подписчики на моем канале. Вот хочу с ними поздороваться. Здравствуйте, мои дорогие, из новоподписавшихся. Нас 17 тысяч. Приятно. Приятно, конечно. Здравствуйте, будем дружить. Столько сливы, мои хорошие, ой, и все это будет падать мне на голову. Все красное. Ой, а я уже говорила, что сливу-то я не люблю. Ну что делать? Вот и буду подметать каждый день. Вот персики бы так, а персиков нет вообще. Одно дерево мне Дима спилил, потому что оно засохло. Ну а это что? Это тоже надо пилить. Вот оно, оно все уже. Вот видите, какое. Говорил мне Виктор, еще 3 года назад надо их спилить и посадить молодые. Но они еще были такие прям хорошие. А он-то как человек опытный видит, что дело идет к концу. Так не спилили и новые не посадили. Это моя недальновидность. Вот, звонил вчера сын. Очень благодарил Марину. Сказал, что смотрит видео, что я стала веселая с ними, что у нас сплошной позитив. Вот так. Но через неделю они уедут. Мне уже заранее грустно. Ну ладно, будем пока радоваться тому, что есть. Это вот так вот на море просто собираются. Песочек себе там прилипает, как будто. Ну там не песочек, наверное, не здорово так и сказать. Полдня собирались, прошло буквально 3 часа, и все построены и стоят. Сергей теперь пропал. Час. Найдется. Найдется. Так, арбуз. Машина хорошая, глубокая, емкая. Чего там только нет. Вы видели бы, что подушки, матрасики. Показывать. Вы не думайте, это у нас не всегда так. В походах только. Только в походах. Меня что?
все? Все хорошо. Усаживайтесь. А, блин, я все это странно. Тихо ты. Блин. Одни блины кругом. Сережа, тебя все ждут. Вот, да я штырь этот искал. А. Я его видел, а где? Я помню, что ли. Попался на глаза. Вот, Сань. Сики. Юля сказал, что... Поехали. Я сегодня с ними не еду. Надо заниматься своими делами. А то у меня все стоит. Цемент, гипс. Ничего не двигается. Вот.